сельхозтехника Роман Натыс, 15 лет. Молодой человек мечтает пойти по стопам отца и создать свое крестьянско-фермерское хозяйство. Для этого получает профессию механика в Бийском колледже. Говорит, профессия востребована и приносит хороший доход. В конкурсе молодых профессионалов участвуют впервые. По условиям чемпионата ему нужно за 3 часа починить сломанный трактор. В своих силах Роман не сомневается. В 21 год каждую деталь этого красавца знает на зубок. Хочу как бы занять первое место в дальнейшем. Еще раз куда-нибудь съездить, чтобы еще выше, то есть занять место. Показать себя, то есть на что и как я способен. На автомобиле легко можно погонять, здесь не погоняешь, то рабочая тоже погоняешь. Погоняешь. Гоняли? Гоняли, конечно. До скольки разгонялись? 45 км в час. Это самая большая у него сила. С ветерком? Да. В чемпионате WorldSkills наш регион участвует уже 3 года подряд. Но впервые количество зашкаливает больше 300 человек. Это школьники, студенты колледжа и ПТУ. Причем конкурсанты не только с Алтая, но и из разных регионов Сибири, а также Москвы, Краснодарского края и Республики Казахстан. Главная задача – доказать, кто из них лучше владеет рабочей профессией. К слову, в этом году представлено рекордное количество специальностей свыше 30 от сферы услуг до IT-технологий. У нас появились такие компетенции, которые мы никогда ранее не реализовывали, но одна из них – вот ювелирное дело, тоже очень интересное направление. Очень много айтишных новых направлений – это и защита информации, веб-дизайн, и графический дизайн. Лучших мастеров своего дела выберут 1 декабря. Победители регионального этапа пройдут в полуфинал национального чемпионата молодых профессионалов. А кто выиграет и его, отправится на финальный конкурс и получит шанс попасть в национальную сборную страны. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости.